Лиля, ты в курсе, что в этом году по китайскому календарю год черного водяного кролика? И что? Нам что, теперь в этом году наряжать елку в черный цвет? Можно, кстати, и в черный. Не, это как-то мрачно. Чтобы год был удачный, рекомендуют наряжать елку в синих цветах, добавляя туда либо белый, серебряный или золотой. О, ну так будет красиво. И, кстати, рекомендуют добавлять что-то из природных материалов, так как кролик любит дерево. А еще кролик любит морковку, могу принести? Не, думаю, синего и золотого с белым нам хватит. Ну что мы сидим, давай скорее наряжать. Та-дам! Елочка готова! Мне так нравится! Слушай, просто. Лиля, я даже не ожидала, что получится настолько красиво. Она очень красивая получилась. Теперь удача нам обеспечена на весь год. Да. Надеюсь. Да. Давай пять.